арендовали еще на целый ряд городов. А теперь мы получили очень большой проект, 12 городов. Мы, так сказать, сейчас только закончили предыдущий, это был такой северный проект, Мурманск, Архангельск, Новый Уренгой, так сказать, и еще там целый ряд городов. Мама с дочкой или сыном, или папа с сыном. Такое тоже бывает. Потому что я считаю, что в нашей культуре это не недостаток, это наша культура. В русской культуре не было такой свободы в Западе. А ты кто? Я знаю. Просто я что-то липкое. Ладно! Не буду!